Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем искать секретки, искать достижения. И теперь на очереди глава вторая. Итак, ну, назовем это условно воспоминанием пятым, потому что мы опять снова погружаемся в воспоминания. Креветки мы нашли и очень... Странным образом, потому что это опять же часы, это в общем-то та же самая комбинация, что и была с часами, ну потому что фильм один и тот же. Но подсказки об этой вещи мы нашли в мире, в мельнице. Это очень интересный финт, как бы и в игре, и в фильме. Странно, но как-то получилось. Поехали добывать другие подсказки. Так, на телеке я точно помню, там был, по-моему, треугольник. Это то ли спички, то ли кубик. Это точно книжка с кубиком. Портрет, и вот это не совсем понятно. Хорошо, давайте искать. Давайте искать. Так, ну вот, есть треугольник с точкой. Это телевизор. Так, ящик. Ящик с кубом — это другой треугольник. Второй символ — это спиралька. Где-то то ли в картине, то ли в зеркале. Я откровенно не вижу. В зеркале точно не вижу. Честно, не могу понять, где этот символ. Он точно должен быть на портрете, но не могу найти. Но мы его можем подобрать, в принципе, через перебор. Так, пятый символ. Решетка и ромб, наверное, вот это. Но это опять же спиралька. Хорошо, пускай две спиральки. Четвертый символ, я думаю, подберем так. Наугад. То есть телек, кубик, второй. Это вот где-то в кресле ворона или в руке ворона, потому что вот как бы ворон сидит и где-то на нем, а это да. Ага. Ну хорошо, подберем четвертый наугад. Это небольшая проблема. Как вы видите, мы во второй главе. Треугольник. Треугольник. Две спиральки. А этот будем перебирать. Тоже треугольник. Галстук. Я снова застрял здесь. Красивый галстук, чё? Ладно, хорошо, достижение. Едем дальше. Так, в глобусе стакан. Банка. И что-то на столе. А что там на столе такого? Хорошо. Это будет телек, да? Номер телевизора. Там номера должны быть. Хорошо, поищем. триста пятнадцать.
Не, ну нам на стакан как бы показывали. Ну я запишу 315 на всякий случай. Чтобы это не было. На стакане я ничего не вижу. Странно. А может быть нам надо не число, может быть нам надо количество этих стаканов? Так, где у меня кадр-то был с глобусом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Похоже на правду. Но и номер какой-то есть, да? Брелок. Хорошо, шесть. Шесть стаканов. Так, что-то должно быть на столике. Пивные подставки или что-то такое. Короче, четыре. Четыре штучки. Так, и банки, 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 банки с органами. Пять штук, пять штук. 465. Окей, это типа номер канала. У меня, кстати, наверное, пока и не починен. А, здесь же не ломают телек. Хорошо. Ну да, нам дают понять, что сломанная душа и Дейл — это одни и те же люди. Один и тот же человек. Понятно. Понял, принял. Так, дальше что? Это листовка, наверное? Что-то наверху. И то, что с надписью «Джей» и «Позвоните по телефону». То есть это номер телефона, да? Я не уверен, но погнали искать. Что-то на листовке. РЛ. РЛ. 73298. РЛ. Так, в книжке. 2604. Кажется, да, 2604. Как-то для номера длинновато получается. Так, последний на банке, да? Последний на банке. С Джей, да? 1870. Так, но на номер это не похоже. Может, их надо сложить как вариант. То есть 73298 плюс 2604 плюс 1870. 4 семерки двойка. Вот это больше похоже на правду. Поехали проверять. Алло, это Ржавое озеро. Алло, вы можете мне помочь? Алло, can you help me? Вам нужно позвонить директору. Окей. Окей. Директору? Какому директору? Директору чего? Директору катка? Продюсер. Директору фотографии? Как
Какому я директору должен позвонить? Алло. Может, вот это вот надо вот как-то перевести и позвонить по этому номеру? Да нет, вряд ли. Так, ну, друзья, в принципе, подстава в том, что действительно позвонить директору — это позвонить директору фильма, который, ну, режиссер, собственно. Режиссером фильма вот этой короткометражки является Син Ван Лейдженхорст. Лейдженхорст. И мне пришлось немножко поиграть, чтобы добраться до справочника, телефонного справочника. И смотрите, где-то я тебя потерял из вида. Вот он. Лейдженхорст Ван С. Син Ван Лейдженхорст. 153-34. The director speaking. Директору телефона. Hello, can you help me? Алло, вы мне можете помочь? Congratulations, you won an achievement. Поздравляем, вы нашли ачивку. Спасибо. Thank you. Прикольно, прикольно. Хорошо, едем дальше. Кстати, бирюлька, да? 315. Хорошо. Что это было? Ладно. Но это тоже достижение. Кстати, ребятушки, если вы вспомните, мы когда проходили, когда уже открыли вот этот вот этот ящик, да, когда уже взяли флакон, мы все-таки в лупу там видели номер. Но из-за глаза мы его не смогли посмотреть в телевизоре. Я сейчас хочу найти серию с прохождением, посмотреть этот номер. И попробовать ввести его тоже в телек, пока мы можем. Потому что, в принципе, в ачивках он не участвовал. Так, это 726. Давайте тоже посмотрим. Я не очень уверен, что я сейчас увидел. Странно как-то. Ну да ладно. В любом случае, у нас есть полная комбинация. Давайте ее введем, пойдем. И уже посмотрим, к чему это все приведет. Так, зарисовал. Пошли смотреть. Золотой куб. Золотой куб — это то, что в совокупности Дэйв вытащил из в части кейв, да? Бриллиантовые глаза.
Ну, окей. Вам удалось получить все достижения главы 2, нажмите на выиграть приз и введите свою информацию. А что такое золотой куб? Это просветление, просвещение? Ну, видимо, это уже прошло. Видимо, это уже прошло. Хорошо. Спасибо, что играли во вторую главу. Мы рандомно выберем победителей и с вами свяжемся. Я не совсем улавливаю суть золотого кубика. Для чего он? Он даже как бы не отражается, странно. Но каких-то других идей у меня в принципе нет. Достижения мы открыли все. Да, это на фильм и это на форму заполнения. А в остальном я даже не знаю, как-то тупенько, да, мне кажется, концовка. Но в целом, очень интересная придумка. Очень классно придумали смешать фильм и игру. И хорошо было довольно-таки запрятано. Мне, в принципе, понравилось. Так, друзья, пока еще рано, в принципе, говорить обо всем, что здесь было. Конечно, понятно, что самое лучшее то, что мы в итоге добыли золотой куб, добыли... не знаю, просвещение, что-то вроде того, да? Но пока еще немножко рановато говорить об том, что здесь вообще в принципе происходит, потому что есть еще одна игрушечка по этой серии. Она является неким ответвлением или спин-оффом, я точно не знаю. Так что давайте мы на нее тоже посмотрим, и потом будем подводить какие-то итоги. А на этом пока все. Вот такая вот незримая истина, не такое вот незримое достижение, просвещение, которое даже нельзя увидеть в зеркале, оно не отражается. Считаю, что пятое воспоминание мы закончили. И на этом пока все. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки, рекомендуйте знакомым. И до следующих серий. Всем пока.